вызовные многоабонентские видеопанели для домофонных систем от бренда Tantas, модели Stuart 2 и Stuart 4. Stuart – это накладная вызовная видеопанель со стильным дизайном, оснащенная цветной современной HD CMOS матрицей с высоким разрешением 800 TV-линий и широким углом обзора 110 градусов. Дополнительными особенностями данной панели является наличие адаптивной белой светодиодной подсветки, а также выходов для управления замком калитки и воротами. Вызовная видеопанель серии Stuart – это отличное решение для коттеджей и таунхаусов. Stuart представлен в двух модификациях – двухкнопочный для подключения двух абонентов и четырехкнопочный для подключения четырех абонентов. В комплект поставки входит видеопанель Stuart, плоский крепежный кронштейн, необходимые монтажные элементы, руководство по установке и эксплуатации, а также гарантийный талон. Корпус вызовной панели Stuart небольшого размера, 160 на 48 на 29 мм и выполнен из прочного алюминия, а серый цвет видеопанели подойдет под любой экстерьер. Класс защиты IP54, что позволяет установить видеопанель как в помещении, так и на улице. Внутренние компоненты надежно защищены от воздействия влаги и пыли. Панель не боится больших перепадов температур и будет надежно функционировать как в лютые зимние морозы до минус 30 градусов, так и в знойные летние дни до плюс 60 градусов по Цельсию. На передней части вызовной панели размещены белая адаптивная светодиодная подсветка, фотодатчик, видеокамера, динамик, кнопки вызова и окна для текста. На нижней грани расположен микрофон. Благодаря встроенному фотодатчику, в зависимости от уровня освещения, подсветка панели включается или отключается для обеспечения максимальной видимости камеры даже в полной темноте, а также постоянно подсвечивается кнопка вызова. Теперь у ваших посетителей не будет проблем с тем, чтобы найти кнопку вызова даже в полной темноте. Видеопанель Stuart оснащена встроенным реле управления электроригельным или электромеханическим замком. Тип подключенного замка устанавливается перемычками на тыльной стороне панели под кронштейном. Для питания импульсного электромеханического замка не требуется отдельный блок питания. В панель уже встроен накопитель электрического заряда. Также посредством панели Stuart возможно управлять воротами и другими исполнительными устройствами через контроллер SCUD. Схема подключения стандартная 4-проводная или 5-проводная при использовании функции открывания ворот. Питание панели Tantas Stuart от 10 до 15 вольт постоянного тока, потребление не более 3 Вт. Вызовная видеопанель серии Stuart совместима с видеодомофонами всей линейки бренда Tantas, а также с большинством других популярных брендов. Установка вызовной панели Stuart накладная и выполняется с помощью плоского кронштейна из комплекта. Рекомендуемая высота установки панели порядка 1,5 метра. Видеопанели серии Stuart от бренда Tantas для двух или четырех абонентов – это продуманное решение для использования в коттеджах или таунхаусах. Встроенный функционал управления электрозамком и воротами, адаптивная подсветка, большой угол обзора и современный дизайн будут радовать вас во время эксплуатации удобством и высоким качеством.